Природа щедро одарила красотой эту девушку. Стройные ножки, милое личико, хрупкие пальчики. Кажется, такое самое место на подиуме. Но Татьяна Кошелева выбрала волейбольную площадку. А творческая группа журнала Men's Health ее в качестве модели для нового номера издания. Все супер. Предложение позировать для глянца вполне оправдано. С такими внешними данными Татьяна в два счета способна возбудить внимание мужчин к своему виду спорта. Эффект уже очевиден. Глядя на спортсменку, так и хочется обхватить руками что-нибудь мягкое и круглое. Например, волейбольный мяч. Девушки по своей натуре, они есть девушки, женщины, которые хотят быть красивыми. Хотят попробовать себя в новых образах, не только дамы с мячом. Во время матчей Татьяна мастерски выполняет такие элементы, как блок, прием, подача, нападающий удар. Оказалось, жизнь, особенно личная, и спорт неотделимы. Взять хотя бы тот же прием. Как и любая девушка, Татьяна любит принимать подарки. Причем цена не имеет значения. Главное, чтобы подарок был неожиданным и преподнесенным с душой. Самым незабываемым стало кольцо, которое подарил ее молодой человек, а заодно предложил девушке стать его женой. Ну, это было на Новый год. Вот мы с компанией отпраздновали Новый год, приехали с любимым домой, и все было красиво, очень были лепестки роз. Вот, признание и предложение. К робким мальчикам Татьяна относится с жалостью. Таким, кроме дружбы, ничего не светит. Но и чересчур назойливые поклонники ей не по душе. Бывало, приходилось отбиваться. Ответную агрессию Татьяна не проявляет, но парой слов способна охладить пылкого влюбленного. Надо изначально человеку не давать повода. А если настолько настойчив, то надо дружелюбно объяснять, потому что он же не виноват, что его, допустим, в своих чувствах. Неискренность, жадность, неухоженность, отсутствие вкуса. Таков черный список мужских качеств, которые не приемлет спортсменка. Даже ревность и трехдневная щетина девушку вполне устраивают. Но есть и золотая середина. Должно быть всего в меру. В меру скромности, в меру раскованности. В меру любви, если чересчур много внимания, зачем? Это может надоесть. Должно быть, чтобы я тоже испытывала интерес. Очаровательная волейболистка любит дарить подарки и хорошее настроение всем, кого любит. Просто потому, что и сама по жизни позитивный человек. Возьмет и осчастливит подружку платьем или улыбкой того, кто грустит. Но больше всего Татьяна преуспела в комплиментах своему любимому мужчине. Ну, он должен знать, что он самый лучший. Это, мне кажется, важно для мужчины, чтобы он был уверен в себе. Уверенность ему придает женщина, которая находится рядом с ним. Было бы здорово выведать у этой красавицы еще что-нибудь интересненькое об играх на площадках и с мужчинами. Но фотосессия подошла к концу. Прочие тайны и фото чемпионки мира по волейболу Татьяны Кошелевой в новом номере мужского издания. А за видео отвечают головами Андрей Бугров, Дмитрий Лузган, Андрей Плюскунов. Все включено.